Начало этого просто охренеть какого интересного видео хочу порекомендовать вам канал моего преданного товарища. На нем вы можете найти видео на самые разные вкусы и цвет. Имеется красивое превью, интересная подача, смотр игр, приколюхи в играх. И здесь тоже есть чинжа. Заходим и подписываемся. Ссылка в описании. Значит, нестандартное видео для моего канала, потому что в это видео я не буду сейчас снимать чинжу, я не буду сейчас что-то играть, я просто хочу посмотреть на, так скажем, историю моего канала, потому что, ну, хоть видео у меня больше 200, но все же, хочется посмотреть на то, что я снимал самое первое. Ну, вообще, мои олды, самые прям, самые олды, наверное, знают, типа, что на самом деле произошло, вы можете даже сесть посмотреть, если хотите прочитать, то ставьте на паузу. Значит, приветствует нас здесь видео с мировым рекордом, но он не так давно, как кажется. Поэтому листаем максимально вниз, хотя я знаю, что здесь сортировка есть, но все же. 2 года назад наглешь. Все, можно закрывать видео. Не, потому что мы будем смотреть несколько видео. Посмотрим вообще. Вот я не знаю, какой у меня здесь спектр, типа, от чего я отталкивался, я не знаю. Ну, допустим, наглёшь, давайте посмотрим, что это такое. 15 марта 2022 года, ага. Это, у меня вот даже шутка сейчас появилась какая-то, типа... Это доктор Кей, это Колин, а вот это вот латекс. Вот и все. Тут даже комментарий вот самый старый, вот это, самый первый даже на моем канале, вот этот, 2 года назад. Респект тебе большое. Значит, это Outlast. Только я не знаю, типа, как он интересен. А вот это мое самое первое видео, которое имеет какой-никакой на монтаж. Только он здесь убогий, точнее, его даже не видно, по сути. Это просто... Я его просто кинул пример про, не знаю, как эта фигня работает. И... опубликовал. Нет, я запускать не буду, там авторские права у меня, я даже не... Я вот когда выпустил, не понимаю, откуда они у меня, потому что... Это видео у меня имеет больше всего дизлайков, но вы их не видите, короче, у меня там их около 20. Короче, людям не нравится такая квестка. Хотя, блин, модификация-то крутая. Форсохленный рендер максимум 480p. Это же просто в 2К22 это просто шедеврально. Вот-вот тут Foxy Pirate написано белыми буквами. Это просто идея сливки шоу. Я такой наложил здесь музыку, типа эпично, и поехали. Да, хрень как эпично. Гренни, это я прям помню, был на то время поклонником этой серии игр. Вот за 25 минут все это. Вот это первый тизер я выпускал, только... Да, вы, конечно, уже можете скачать Chedjit 2.2. То, что вы сейчас видите, это типа... Не знаю, почему такое плохое качество? То, что вы сейчас видите... Смотрите, 1080p. А вот. То, что вы видите, это типа... Первоначальная версия, как должен был выглядеть сон Колина, но его просто вырезали, больше нет. Тизер, в принципе, ни о чем. То есть, нас поглощают мгновенно, и просто появляются диалоги. Но, разумеется, это не натворил такого большого ажиотажа, как... Как что? Как вот это. Ч
общем, свалю на время, ладно, думаю, что пора закругляться. Спасибо всем, кто посмотрел это видео, надеюсь, вам было интересно, потому что я просто просмотрел, по сути, свои видео, реагировал на них. Реакция на самого себя, да, жесть. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи, всем пока. Постараюсь это видео, нарезать.